подарки есть. Дед Мороз все-таки пришел домой, пока вы спали, да? Что такое там? Смотри, он наладил управление. Молния Маквин, что ли? Да. Это ты письмо ему писал, да? Да. А я твоек хотел. Ты другой хотел? Да, такой твоек. Из такой маленькой машины Молния Маквин. Да? Не знаю, наверное, у него другого не было. Наверное, он забыл, какую я захотел, да? Ну, может, у него просто только такая Молния Маквин. Это же тоже Молния Маквин? Да. Тоже Молния Маквин. Глазки есть. Класс. А у тебя, Анюта, что? А у тебя? Ой, голубси. Ой, как классно. Вот, видишь, какой хороший Дед Мороз, да? Да. Он не обманул, вы ему письмо написали, а он к вам пришел, когда вы спали, и под елочку туда закинул, под нашу елочку. Вот у нас такая елочка. А я не видел его. Я не видел. Ты думаешь, я видел его, что ли? Потому что все спали. Ну, конечно, все мы спали. Окошко. Все будем открывать? Да. Ладно, откроем сейчас. Так это та машинка, Вань, которую ты хотел на пульте управления или смотрите, другая? Смотрите, ребята! О, крутяк. Вообще, надо пульт, надо батарейки поставить. Нет, да ладно. Вон пульт какой. А там нету батареек. Все есть. Не надо. А, надо ставить. Положи машинку-то нормально. Машинку-то поставь. На колеса. Дай пульт сюда, пожалуйста. Тут зарядка есть. А нет, она не включается. Ну, батарейки есть. О, вот она. Поехала. Резвый. Вот она гоняет, давай. На пульте. Крутяк. Я тоже такую хочу, Вань, машину. Я сама хочу такую. Она усмехалась. Это на мальчика. Мне сын сказал, что я взлечу. Ты мне поиграть-то дашь? Ну, доставай. Ваня уже вовсю играет. Со своим Маквином. Вань, доволен ты? Как хотел, да? А ты свою ла-ла-лупси открывай. Вот какая точила у Вани. Она на пульте гоняет. Он Маквин молнии. Крутяк, Вань, вообще. Крутяк. Скажи Деду Морозу спасибо. Спасибо, Дед Морозик. Спасибо, Дед Морозик. Да, он вас любит. Дед Мороз вас очень любит. Спасибо, Дед Мороз, папа. Папа не Дед Мороз, ты что, Дед Мороз? Дед Мороз это Дед Мороз, который вас любит и в мешочке подарки приносит, и на оленях летает. Смотри, как она вытаскивается, вот так берешь. И вытаскиваешь отсюда. Ну, сейчас вот вытащим, она привязана, сейчас развяжем. О, крутяк вообще. Так классно. Такая ла-ла-лупси. Покажи ее, пожалуйста. Что это? Туфелька упала. Давай я ее одену. Давай. Какая красивая. Вообще, вон она какая. Красивая. Вообще. Нюта, ты счастливая, да, на, забирай. Ваня тут тоже со своим автомобилем. Дай пульт посмотри, что за пульт? Ты. Пульт управления. Тут кнопочки всякие. Папа, выключать. Ага, дальше. И включать. И влево-вправо, да, вперед-назад, да?
Ну, классно. И плавать умеет. Ага. Поехала. Молнию Маквин? Да. Ой, ты, наверное, доволен такой, да? Да. Аня, вот тебе ты что принялась? Осёшку Аварию. Ой, ой, как красиво, да? Очень. Плащ упал, что ли? Что это такое? Это Ава-Ва-Ва-Мин. Ава-Ва-Ва-Мин? Нет, Ава-Ва-Мин. Ава-Ва-Ва-Мин? Это, да. Вот у нее это такая штучка была. А это еще и голове. На голове? Да, наверх. Это расческа. Это расческа. Вот это тоже такая есть у нас. Давай посмотрим. О, пиликает. Это ее как будто какая-то как собачка, что ли, у этой Лололупси она, да? Нет. Не собачка это ее, а что это? Дай я еще раз посмотрю, блестящая подруга. Штучка. Подруга? Дай подружку посмотрю. Давай сюда подружку она эту. Маленькая подруга. На нее надо нажимать, и она пиликает вот так вот. Она маленькая подружка. Маленькая подружка, конечно. Вот она какая, скажи, а я такая классная, а я такая хорошенькая, вот она такая. Она тоже подруга моя. Ага. Классно? Она может летать даже. Как она летает, ой, она летает у тебя, ой, летает прям возле елки, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Летаю я. Туда-сюда. Че ты там делаешь? Я туда лежу. Лежишь под елочкой. Никого не там поволупся. Так ко мне. Все, поиграл, что ли, уже? Все, не нужен тебе этот Маквин. Все, надоел. Ну ладно, потом будете играть. А я хочу играть. О, так. Вы смотрите на товар Маквина. Так у тебя-то, у тебя какой из них? Вот такой. Такой? Да. А можно многих? Нет, вот такой вот. А, вот такой он у тебя? Анют, зачем тебе пульт, Ваня? Майор, не будет тебе давать подарки. В следующий раз? Вот, еще год надо быть хорошим детишкой. Я хочу кухню. Вот кухня, да. Целый год ведь хорошо себя. Тебе Дед Мороз кухню подарит. Чего? Кухню. Ясно. Такую. Такую. Она хочет, знаете, еще? Она хочет. Анюта. Ну че он стал, папа? Я не знаю. На кухне кухня. Газовую плиту, что ли? Не хочу тоже кухню. А Лололупси тебе уже не нравится, что ли? Да, все кухня. Уже не нужна Лололупси, да? Все, наигралась. Не прошло и получаса. Ваня, тебе Маквин нужен? Нужен? Ой, Ванька доволен. Пока еще нужен. Ванька доволен. Jingle bells, jingle all.